Доброе утро! Сегодня 31 января 2019 года. Вот сегодня уже точно последний день первого месяца этого года. И я вот такая елка. Началось все штанов, они у меня темно-синие, с выдавленным таким рисунком леггинского типа. Кто-то спрашивал недавно, ношу ли я штаны леггинсы. Ношу. Я просто они обозвали как-то по-другому, с какими-то там, видимо, с замочками. Какие-то есть замочками, какие-то нет. Те, которые стрейчевые, очень часто без замочка, хотя и на них тоже ставят. И я вот такую вот тепленькую захотела. У нас все еще продолжается холодище. Вот вчера 0 градусов целый день было, в плюс даже не ушло. И я вот такую нашла, под нее надо было какую-то рубашку. Может быть, не самая удачная рубашка, а может быть и наоборот. Потому что рубашка у меня сделана, как будто бы она из двух частей. Вот здесь белая, белый гипюр. Я в гипюровой сегодня блузке. А поверх него здесь вот такая черненькая сделана. Он тоже в один ряд, но как будто бы сверху надета. И еще вот этот балахончик. И получилось у нас, как и положено, из-под пятницы суббота. Ну вот здесь я бы больше хотела, чтобы не выглядывало, чтобы оно было вот так чуть-чуть подлиннее. А может быть, оно бы и скучнее было. Пусть будет так, как получилось, потому как нам захотелось тепла и взаимопонимания. Вот тепло мне хорошо, буду разгуливать по классу, как так и было. Из украшений у нас есть жемчужина, вот такая вот она на струне. Струна такая солидная, она не опускается, может зато подниматься. У нас воротничок маленький, поэтому мы сюда под самое горлышко и нацепили. У нас есть жемчужина на пальце, но уже вот такая огромная. И рядышком я надела колечко, самое первое, которое мне Женя приобрел еще до моего приезда сюда. Вот оно такое шикарное. А это тоже Женя, но просто в серебре. Он его где-то купил, ездил в командировку, где-то купил. Именно про него я рассказывала, что я его растягивала. Оно мне было маловато и платила $60 за растяжку дороже, чем стоит само кольцо. Если б я знала, я этого не делала. Наш ювелир, которого мы покупаем, вот однотипные мои кольца, я постоянно их ношу, сегодня просто нет, он, естественно, растягивает мне все, что надо прямо там. Бывало такое, что я купила в прошлом или позапрошлом кольцо, оно мне становится маловато, он его растягивает, ни копейки не берет. А там я не спросила цену, взяли $60, поэтому спрашивайте, пожалуйста. Из ароматов я уже открыла и в руках держу, рассказываю про то, как я вляпалась. Может быть, и правда такая цена, но я бы на нее не согласилась, если бы я ее спросила. А из ароматов у нас синьор. Синьор, а синьорита. Синьорита. И мне и аромат очень нравится. Спасибо, дорогая, что ты мне его подарила. Это я из Москвы привезла. Девочка приходила ко мне навстречу одна индивидуально, потому что не смогла прийти в группы. И принесла мне вот эти шикарные духи. И они у меня, когда закончатся, я их буду снова покупать. Они мне очень нравятся. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.